Чертов холод. На, попробуйте, у меня совсем окоченели руки. Не вижу смысла, что мы здесь торчим. Если появится отряд матросов или большевистских солдат, все равно не сможем их остановить. Они сидят по казармам и митингуют. Да, это приятнее, чем мерзнуть здесь на ветру. Закурил? Давай. Ну вот, слава богу. А вообще наше дело не рассуждать. Потому что всякому видно. Стоят люди с винтовками, значит, временное правительство не дремлет. Революция бдительна. А те слишком распустились. Ну, теперь их прижмут, это дело дней. Смотри-ка. Такой ветер, что нас того гляди, всех снесет в Неву. Благодарю вас. Спасибо. А барышня, черт возьми, не дурна. Заметил, какие у нее глаза? Чего молчишь? Это она. Что, ее знаешь? Ну, расскажи толком-то. А, я имени ее не знаю. Ну, скажи, когда она грезит тебе в мечтах, там, в твоих мечтах, у нее такие же глаза? И такие же полусапожки на пуговицах? Пошел к черту. Да ты брось. Ты уже полгода как юнкер. В наши годы небесная любовь не выстраивает как. Нужны земные черты, земные. Если ты не прекратишь пошлости говорить, я за себя не ручаюсь. Да ты брось. Я просто хотел привлечь твое внимание к такому, например, практическому обстоятельству. Ты заметил, что у нее в руках папка для ног? А с такими папками ходит на урок музыки. Через 2 часа она пойдет обратно. Ты умница, Касицын, дай я тебя в него. Вот это же, врача. Наши идут, смена.
Мы думали, вы о нас забыли. Замерзли, Косицын. Так точно. Что нового? Никаких происшествий, если не считать, что мы чуть не околели на этом проклятом ветру. Ничего, с завтрашнего дня вся наша рота переводится в зимний. Там будет теплее. Охранять обожаемого премьера. Юнкер Косицын, прошу не забываться. Слушаюсь. Прикажете оставить пост? Перестаньте поясничать, Косицын. Слушаюсь. Винченко и Станицкий, займите пост. Скоро придет наряд разводить мосты. Желаю успеха. Господин прапорщик, разрешите обратиться? Да. Я прошу разрешить мне увольнение до завтра до утра. В чем дело? Дело в том, что муж моей сестры, подполковник Берг, звонил из ставки и просил меня проводить сестру, которая уезжает в Херсонскую губернию в имение мужа. Надо было дать рапорт начальнику училища. Меня назначили в наряд, и я не успел этого сделать. Ну хорошо, вы свободны до 8 утра. Благодарю вас. Не бойтесь. Ради бога, не уходите. Вы не узнаете меня? Пожалуй, теперь узнала. Мне надо идти. Этот мост уже развели. Давайте попробуем пройти через Дворцовый. Что вы? Мосты разводят с 4 до 5, почти под утро. Нет. Есть приказ развести мосты. Правительство опасается волнений. Я считаю себя обязанным проводить вас. Пожалуйста. Как странно. Мы живем с вами в одном городе и до сих пор ничего не знали друг о друге. Нам пора, Сережа. Я живу здесь недалеко, на Фурштадтской. На Фурштадтской? И мы ни разу с вами не встретились. Да ведь там, в доме Бергов, живет моя сестра. Она сейчас уехала в Херсонскую губернию в имение мужа, когда предполагалось, что немцы войдут в Петроград. В доме Бергов? Ну а да. Кто ее муж? Он офицер, служит в генеральном штабе в ставке. Но ведь вы за революцию? Конечно. Сейчас все за революцию. Вы ведь тоже. О, еще бы. А вы знаете, куда я пойду сегодня утром? Куда? В Смольный. Там на днях собирается съезд советов. Моя преподавательница Наталья Алексеевна берет меня с собой. Она сказала, что я буду помогать ей. Не понимаю. Петь? Музицировать? Вы до сих пор думаете, что я была на уроке музыки? Ну да. Нет, я была на уроке стенографии. Я сначала занималась этим так, почти в шутку. Но Наталья Алексеевна сказала, что у меня способности. Теперь я занимаюсь этим всерьез. Это будет моим заработком. Ведь у меня нет имени под Херсоном. У меня тоже нет имени. Не сердитесь так на это имение. Если бы его не было, мы бы с вами не встретились. Почему? Ну, потому что я сказал, что пойду провожать мою сестру, иначе бы меня не отпустили. Вот вы, оказывается, какой лукавый.
Ну, нам пора, Сережа. Вам ведь тоже надо вовремя вернуться в училище. О, я пойду прямо в зимний. Нашу роту назначили на охрану дворца. Скажите, когда мы еще с вами увидимся? Послезавтра. Вечером. Здесь. Путем заговора. Вы должны создать власть, которая будет пользоваться признанием всей демократии. Возможность мирного выхода надо искать в создании единой демократической власти. Необходимо избрать делегатов для переговоров с другими социалистическими партиями и организациями. Как? Все разбираешь? Почему такой шум? Солдаты не хотят слушать Мартова. Он все еще за переговоры с временным правительством. Что это значит? Должно быть, началась бомбардировка Зимнего. Ну, иди же, записывай. Старайся не пропустить ни одного слова. А я пока расшифрую свои записи. Скажите, а правда, что Зимние охраняют юнкера? Да, юнкера, но их совсем немного по сравнению с восставшим народом. Значит, если начнется штурм, то юнкеров могут убить? Безусловно. Иди же, наконец! Час ночи, а дело еще не с места. Почему подвойски медлят на штурм? Еще утром мы объявили их правительство низложенным, оно все еще существует. Я не считаю нужным являться на съезд, если продолжается это очень нелепое положение. Подвойско уверен в успехе. Дворец прочно окружен восставшими. Он просто хочет обойтись без пролития крови, Владимир. Крови прольется в 10 раз, в 1000 раз больше. Если их правительство не будет низложено немедленно, поймите, что они выгадывают время, чтобы стянуть силы и обрушиться на восставших рабочих и солдат. Наша медлительность равна преступлению. К дворцу подошли 1000 людей, готовых на любой подвиг. Спрашивается, кто нам мешает отбросить юнкеров этот хлам, путающийся в ногах революции. Подвойский предъявил еще один ультиматум. Они с Чудновским проникли во дворец. Пустая потеря времени. Надо действовать немедленно. Я сейчас ему напишу. Предупредите, чтоб передали ему в собственные руки. Да, только, пожалуйста, пишите разборчиво, Владимир. Да уж постараюсь. Я так ему и напишу, что мы предадим его партийному суду, если не будет немедленного штурма. Временное правительство арестовано. Это как штурм Бастилии, верно? Дворец в руках восставшего народа. Ой, боже мой, ты вся горишь? Или на ногах стоишь? Ну, иди отдохни, мы справимся теперь и без тебя. Я вызову Аверкину. Там есть убитые? Совсем немного. Наши смяли охрану и ворвались во дворец. Я пойду. Я не могу больше. Да иди, иди, мы справимся. И здесь нет рассыльного. Необходимо послать Нарочного в зиму. Отправьте меня. Хорошо. Слушайте меня внимательно. Передадите это комиссару Зимнего. Да. Только обязательно найдите комиссара. Да. Нужно установить охрану в Эрмитаже. Вы меня поняли? Да. Было бы позором для революции не сохранить художественные ценности дворца. Идите. Хорошо, я еду. Thank you.
А этих желторотых куда, товарищ комиссар? Офицеры тут есть? Офицеров мы отсортировали. С этими что будем делать? Пакеты Смольного об охране художественных ценностей. Сережа! Ну вот что. Кто еще раз осмелится поднять оружие против народа, пусть знает, пощады не будет. А теперь марш по домам! Так неужто еще возиться с желторотами? Но! Ну-ну-ну! Иди же, иди, вас отпускают. Ну. Спасибо. Ладно, иди. Только теперь начинаю понемногу понимать, что остался жив. Ну, ты ведь действовал по приказу своего начальства. Все это понимают, и никто не хочет тебе зла. Да я уверена, что ни один честный человек не может сознательно идти против революции, против справедливости, свободы. Ведь правда, Сережа? Мне все время казалось, что они нас расстреляют. И что все? Все кончено. И ты. Ты пришла и спасла нас. Теперь моя жизнь принадлежит тебе, правда? Я тут ни при чем, Сереженька. Я сама боялась за тебя, за твою жизнь всю эту ночь, всю эту мучительную ночь. Я тоже думала о тебе, но мне все время казалось, что наша любовь где-то далеко, что она никогда не осуществится, не сбудется. Не надо, Сереж. Не надо. Все это теперь позади. Вас всех спасло великодушие революции, ее справедливость и все хорошее. Ну, пойдем, я провожу тебя. Нет, это я тебя провожу. Нет, в твоей шинели сейчас опасно. Прощай меня. Надоумил уехать отсюда. А то как бы она тут с Любочкой-то да с Володенькой-то, а? Ой, где ж мне вам постелить-то? Может, в кабинете у Олега Леонидовича я и камин растоплю. А? Все равно.
Видишь? Да, спал. Почему не в училище? Надеюсь, вам известно, что произошло в городе. Я думал, вы в Могилеве, в Ставке. Ты стрелял в них? Признаться, нет. Только немногие из наших успели выстрелить, и то наугад через поленницу. А потом? А потом нас смяли, это произошло очень быстро. И отпустили. Как видите. Они не считают вас за серьезных противников. Докатились. Ну вот что, ты уже принимал присягу? Да. Мы все принимали присягу, все юнкера. Так, хорошо. Тогда я скажу тебе, зачем я здесь. Вчера министр-председатель дал мне аудиенцию. Но ведь он бежал. Верховный главнокомандующий нашей армии, министр-председатель Керенский, не бежал. Он выехал навстречу войскам, посланным ставкой для водворения порядка в столице. Если бы вы тут могли продержаться хотя бы еще один день, наши войска пришли бы на помощь правительству, и тогда с большевиками все было бы кончено. Так вот, повторяю. Вчера Керенский дал мне аудиенцию у своего автомобиля в Гатчине. Понятно? Да. Сюда, в Петроград, направлен 3-й казачий корпус генерала Краснова. А нам надо подготовить удар здесь, в городе. Удар с тыла. Когда казаки генерала Краснова и полки верные ставки перейдут в наступление, мы выступим здесь, в тылу. Телефонные станции, телеграф, банк, вокзалы, Смольный будут захвачены в первую очередь. Смыть позор вчерашнего поражения можно только кровью и победой. У тебя есть оружие? Нет. Вот, возьми. Вечером, когда совсем стемнеет, выйдешь на улицу. Сюда придут вызванные мной офицеры. Пароль «Родина». Их будет 11 человек, они придут поодиночке. Ясно? Ясно. Ступай. Владимир Ильич, посыльный с фронта. Разовите. Стало быть, это ты будешь председатель народных комиссаров Ленина? Да, я. Приказано передать тебе в собственные руки. Спасибо. Керенский и Краснов повели наступление на Петроград. Все тот же Краснов. Это становится уже банальным. Соберите немедленно всех членов Петроградского комитета. Слушаюсь. Вы садитесь, батенька, садитесь. Вы где же были на позициях? Мы-то? Да. А почитаю, самой Александровки. Это по Гатчинской дороге. Во-во. Ежели с этой, значит, брать стороны от царского села, ага, то она железка на Павловск идет. Так, так. А с той, значит, аккуратно Гатчин. Так. Так вот, Керенский-то, слышь, там, ага, блиндированный поезд у него, ага, так палит из пушек. Ну, а вы позиции держите? Да, как сказать, не очень держим-то. Так. Мы все больше норовим в Кулково податься. Почему? Ведь у нас огня-то настоящего нет. Огонь нужен. Вот. Когда огонь есть, тут уж, говорит, дело сделано. А без огня куды ж? Да, без огня откуда ж. Ну, это верно.
Надо, не теряя ни минуты, организовать рытье окопов, возводить проволочные заграждения, разыскать склады с лопатами и кирками и забрать колючую проволоку. Подождите, а вы сидите, батенька. Надо немедленно послать людей на фабрики и на заводы, поднять всех к действию. Уже поздно, Владимир Ильич. Может, отложим до утра. Сейчас все равно никого и ничего не найти. Вы устали и валите с ног. Вам надо поспать хотя бы часа 3-4. Приставьте к нему 2 красногвардейцев и дайте ему хоть немножко поспать. Вы, надеюсь, не обидитесь. Это и для дела, и для здоровья будет лучше. Идите. Сообщите военку Антонову и Подвойскому и запросите помощь у флотских. Хорошо, возьму. Действуйте. Владимир Ильич, у нас на Путиловском есть пушки. Вот как? 40 штук. Что же вы молчали, батенька? Да ведь отливали еще весной для фронта. А после забастовки так и не отправили. Превосходно! Вы можете обеспечить доставку орудий Фулкова? Да можно бы, но лошадей нет, а на себе не осилишь. А что если взять лошадей у извозчиков? О, лошадей у Филаретова надо взять. Там такие битюги-тяжеловозы. А кто это Филарет? Хозяин извоз содержит. Ага. Я сам к нему нанимался, только не доверил он мне. Лошадь не доверил. Ага, молод, говорит, еще послужи сперва. А сколько лошадей у Филаретова? Пожалуй, 100 штук, если не больше. О, а если мы вам доверим всех лошадей, вывезете, а? Заберете? Что, всех? Да лучше бы всех, чтобы вывезти 40 орудий и снаряды к ним. По-моему, вот как раз только и хватит. Как по-вашему, а? Так, должно хватить. Да хватит. Ну вот и действуйте. Как ваша фамилия? Кременцов. Кременцов. Имя? Федор. Федор. Отчество? Чего? Я говорю, как вас по батюшке? Иванович. Иван, что значит Кременцов Федор Иванович? Сим уполномоченный реквизировать 100 лошадей и сбрую к ним для нужд революции. Председатель Совета народных комиссаров. Вот и действуйте, Федор Иванович, действуйте. Когда огонь есть, тут уж, говори, дело сделано. Владимир Ильич, правильно. Члены Петроградского комитета собрались. Отлично. Ничего у меня не получается. Пожалуйста. Можно? Да. Срочное. Центробалт. Да-да. Я вас разрешу. Продолжайте, пожалуйста. Я только что из военки. Положение осложнилось. В городе начался мятеж. Юнкера захватили телефонные станции, проникли на финляндский вокзал. Обнаружено несколько очагов восстания. По-видимому, это заранее согласованный удар с фронта и с тыла. А ведь этого следовало ожидать. Солдаты ушли на фронт, а юнкера и офицеры остались здесь, в тылу. Надо немедленно организовать летучие матросские отряды для восстановления порядка в городе. Пойдемте. Ты не можешь здесь дольше оставаться. Да что с тобой, Сережа? Что с тобой? Идем, там за углом наша санитарная машина. Какая машина? Почему? Они ворвутся сюда. Да кто, Сережа? Они ворвутся сюда и будут карать правых и виновных. Мы отвозили раненых, я заехал за тобой. Идем. Значит, ты после всего, ты опять, как же ты? Я потом тебе все объясню. Я все поняла, помни, Сергей, я не пущу тебя.
Я не пущу тебя! Бежим, матросы! Я не пущу тебя! Я не пущу тебя! Стой! Стой, стрелять буду! Не надо! Окопы должны любить не только рабочих, но и все население, в том числе и буржуазия. Трудовое принуждение – это одна из наших главных задач. Это нечто большее, чем гильотины конвентов. И потом, пожалуйста, проверьте, как отпечатываются и распространяются декреты о земле и мире. Это тоже наше оружие. Хорошо, Владимир Ильич. Владимир Ильич, ну? Части Краснова заняли Царское село. Гарнизон сдался. Телефонная связь с Пулковым прервана. Что в городе? Юнкера засели в Михайловском замке, в Павловском, Владимирском училищах, держат телефонную станцию. Есть сведения, что захвачен нарком Антонов Овсеенко. Очаги восстания блокированы? Красногвардейцы и матросы дерутся бесстрашно, Владимир Ильич. Но потери очень велики. У юнкеров пулемет, они засели в домах за кирпичными стенами. А прямо смотреть жалко. Так и косит наших из пулемета. Надо прекратить атаки. Слишком дорога для нас эта кровь. Ну как же иначе, Владимир Ильич? Как? Да. Что ж, пусть пеняют на себя. Придется подвести орудие и ударить в упор из пушек. Подождите свет. Что, стали? Несите его куда-нибудь. Сюда, в его кабинет. В доме нет посторонних? Нет, посторонних нет. Осторожно, осторожно, осторожно. Хорошо. Черт, того пыль. Даже на зубах хрустит. Дверь! Ой. Закройте дверь! Всю глотку забила. Ну что там? Он, кажется, ранен в голову. Контузия. Снаряд разорвался рядом с нами за кирпичной перегородкой. Я говорил, что нужно было отступать раньше, как только подкатили пушки. Не знаю, на что он рассчитывал. Как на что? На скорую блистательную победу? Кто там висел на перилах? Это Югель из нашей роты. Он был с пулеметом на крыше. Его сбило первым снарядом. Неужели Югель? Да. Ты помнишь, он вчера только рассказывал эту веселую историю? Осторожно. Черт, столько пыли. Всю глотку забило. А я не успел отодвинуться, как меня придавили. Если бы не этот санитарный фургон, были бы мы за решеткой, как все остальные. Что же теперь? Едет Керенский на белом коне и спасет всех нас, а заодно и Россию. Квартира! Дядя, он очнулся! Надо бы воды. Тихо!
Если ты будешь отказываться от еды, превратишься в мумию. Послушай, когда я выстрелил, она вскрикнула, как от боли. Я не остановился. Я вскочил в машину, и мы уехали. Я слишком хотел спастись. Ну ты пойми, она вскрикнула, потому что она женщина. Ну от испуга, от простого испуга. Лучше бы меня убили тогда. Ты с ума сошел. Керенский. Подлец. Трус. А генерал Краснов сдаться большевикам со всем своим корпусом добровольно. Да что Краснов. У него было всего 8 или 9 казацких сотен. А вот этот адвокатишка Керенский лгал. Да мы выступили. Кому же теперь верить? Только самим себе. Нечего рассчитывать на поддержку массы. Она взбаламучена и прет, сама не зная куда. Обуздать ее может только твердая власть. А власть у Ленина, не так ли? Верно, у Ленина. И поэтому один удар смелого человека, и советы будут обезглавлены. А потом военная диктатура. Без адвокатов и частных поверенных. Уничтожение анархии, разгром Германии, восстановление чести и славы России. Но довольно пустых дискуссий, надо перейти к делу. Эту идею поддерживают эсеры, сами. Кто сделает это? Мы! Один из нас, оставшихся верным Отечеству. А уже решено, кто именно? Еще нет. Но обстоятельства диктуют нам простой и точный план. Дело в том, что нам удалось перехватить письмо к Ленину от большевика Артема. В этом письме речь идет о юноше, который горит желанием служить ихней революции. Вот с этим письмом легко проникнуть к Ленину. Нужен молодой человек, по виду лучше всего студент. Эх, если бы не моя правая рука... Да, ты уже теперь не годен для этого. Его лучше не трогать сейчас. Он болен. Что с ним? Сплин. Хорошая отговорка. Кто это сказал? Я. Если дело не пойдет на поправку, могу повторить. Сплин – хорошая отговорка для труса. Я убью его! Да, потом... Как он смел! Вы должны сделать! Господа офицеры! Сергей! Сергей! Сергей, судьба Отечества в твоих руках. Это великий час в истории России. Это великая минута в твоей судьбе. Юнкер Ярославцев, Россия ждет вас. План хорошо продуман, все предусмотрено. Ты не беспокойся. Вы бы только видели, Владимир Ильич. Садитесь, Вера Петровна. Успокойтесь. Ну? Лысые саботажники в мундирах, в сюртуках с накрахмальными манишками, швыряют канцелярские папки, бухгалтерские документы, стучат под столом ногами, как бурсаки. Между тем городская беднота, солдатские вдовы, дети лишены возможности получить свои пенсии, пособия. Приюты остаются без субсидий. Что же вы сделали? Вызвала отряд матросов. Помогло? Мне отдали ключи от сейфов, но они оказались пустыми.
Вот как? Графиня Панина скрылась вместе с содержимым сейфов. Она заявила в Думе, что никто не получит пособий, пока у власти большевики. Угу. Такое же положение в банках, в продовольственной управе, во всех бывших министерствах. Ну что ж, придется обследовать частные склады и изъять излишки продовольствия. В первую очередь, для детских приютов и для бедноты. Владимир Ильич, там какой-то студент просит свидание с вами. У него письмо от Артема. От Артема? Да. Он, кажется, собирается ехать в Донбасс. Ну, хорошо. Ну, действуйте, Вера Петровна. И не стесняйтесь, не церемоньтесь с этими лысыми саботажниками. Действуйте решительно. Хорошо. Да. Проходите. Ну, здравствуйте. Садитесь. Ну, давайте ваше письмо. Садитесь. Ну, садитесь же, что вы стоите? Садитесь. Значит, вы собираетесь в Донбасс для работы, которая нужна революции. Да. Ну что ж, это очень хорошо, что вы так решили. Очень хорошо и правильно. Сейчас самое опасное для молодежи оказаться во власти пустых, громких фраз. Нужно дело. Впереди адски много, неотложной, страшно тяжелой, страшно неблагодарной работы. И видите, нам уже мешают. Мешают с первых шагов. Клеветой, восстаниями, саботажем. Все силы старого режима против нас. Но народ-то ведь с нами. Не правда ли? Да. Мы приступили к практическому осуществлению того, что было мечтой лучших людей России. А Россия-то ведь это народ. Не правда ли? Да. И вот за массой проблем, которые должна решить революция, мы не в силах добраться сразу до самого главного, до человека, со всеми обременяющими его заботами. Вот поэтому теперь каждый работник с умом и энергией, сознаниями и желанием отдать свои силы народу, очень нужны революции. Очень. Поезжайте. И жизнь сама подскажет вам, что надо делать. А если понадобится, обращайтесь прямо ко мне. Пишите. Вы, может быть, сейчас не совсем здоровы. Выпейте. Ну, выпейте. Если вы не в состоянии приступить к работе сейчас, так пусть это вас не смущает.
Вам надо немного окрепнуть, набраться сил. Молодость быстро возьмет свое. А пока, на первое время, мы подыщем вам работу здесь. Дадим пособие. Не надо. Почему? Я, наверное, смутил вас громадностью работы, которая нам предстоит. Так пусть это вас не пугает. Сейчас. Слушаю. Да-да. Хорошо. Я вам позвоню сам через 5 минут. Да. Кто стрелял? И сразу выстрел. Поднимите его. Револьвер в кармане. Наверное, курок взведенный был. Курок взведенный был. Он только что был у Владимира Ильича. Задержите его. Помните же, что мы выписываем вас из госпиталя несколько раньше срока. Поэтому будьте внимательны к себе. Избегайте излишних волнений. Я постараюсь, доктор. Спасибо. Вот это возьмите на память. Что это? Револьверная пуля. Она уперлась в реберную кость, а мы извлекли ее оттуда. На ваше счастье, стрелявший находился довольно далеко от вас. Мне это можно взять себе? Да, конечно. Когда будете выходить замуж, подарите это своему жениху. Всего хорошего. До свидания. Итак, вы сознаетесь, что пришли сюда, чтобы убить Ленина? Да. Револьвер был заряжен, курок был, по-видимому, взведен заранее. Да, курок был взведен заранее. Значит, только осталось нажать спуск. Да. Вы понимаете, что вас ждет? Да, понимаю. Но почему вы не выстрелили? А я не смог. Нет. Сначала я еще хотел, а потом уже не мог. Почему? Я вдруг понял, что чего-то не знаю. Может быть, самого главного. И потом... Он так со мной говорил. Нет, со мной так еще никто не разговаривал. И как все это далеко от того, чем мы жили. Ну и почему же вы ушли? Я испугался. Испугался, как никогда в жизни. Чего вы испугались? Преступления. Я еще тогда это понял. Преступление страшного, дикого и непоправимого. Я вдруг понял, что если я выстрелю, то Россия погибнет. В
Значит, вы понимаете всю тяжесть вашей вины? Да. Понимаю. Но слишком поздно, наверное. Да, пожалуй. Отведите его в комнату для арестованных. Что здесь происходит? Покушение. Студент хотел убить Ленина. Но я так не могу. Студент был у Владимира Ильича. Расступись. Проходи. Зачем его увели? Так это тот самый юнкер. Недаром мне казалось, что я уже видел его где-то. Это ошибка. Этого не может быть. К сожалению, это не ошибка. Он признался во всем. Признался. Да. Его убьют теперь. Этот юнкер заслуживает смерти. Вызывали, Владимир Ильич? Да. Здравствуйте, Николай Иванович. Простите, что так поздно. Садитесь. Что у вас с тем юнкером? Следствие, можно сказать, закончено. Он откровенно во всем сознался. Это убежденный наш враг. Я допрашивал его несколько раз. Ну и что он? Каков? Думаю, что все объясняется влиянием среды. Офицерство, юнкерское училище, родственные связи. В голове полная путаница. Полная. Отечество, честь, Россия. И вот пошел спасать. Пошел спасать. Сколько ему лет? Неполных 19. Он очень волновался. Был бледен. Я, признаться, подумал, не голодает ли он. Да. Он как-то странно смотрел на меня, а потом вышел, исчез. Ну и что же он теперь? Раскаивается, жалеет, что не успел во всем разобраться. А что вы сами думаете об этом? Я верю в его искренность, но тяжесть его вины очень велика. Если человек еще совсем молод, если очевидно, что он ничего еще не понял в нашей эволюции, да и не мог понять,
ибо ему мешала среда, то теперь, когда он хочет во всем и разобраться, разве нельзя дать ему эту возможность? А? Один раз он даже сказал мне, что понять настоящий смысл революции – это счастье. Вот видите, значит, это не конченый человек. К тому же вы говорите, что вы совершенно уверены в его искренности. Да, в его искренности я убежден. Да, убеждены. Ну что ж, пусть осмотрится, подумает. Получится. Пойдите к Бонч-Гурьевич и скажите, что я не возражаю против освобождения этого юноши. Ну, еще раз простите, что я вас так поздно побеспокоил. До свидания, Николай Иванович. До свидания, Владимир Ильич.